Ну давайте, сегодня 26 июня. Мне раз уже показывали, как они надувают тут. Что тебе не досталось? Вон, смотри, две. Возьми одну, попроси. Вот, всем достанется. Вот Ксения взяла весла, 4 весла. Две лодки надо надувать. Я говорил, не надувай, это, не становиться, не давить руками. Иначе она лопнет. Уже ложатся на нее. Там, если что-то острое есть, то оно обязательно проткнет лодку. То поднимать кверху надо будет. Тут, смотри. Надувай, надувай еще. Вот. Посмотри. Ногами, ногами. Попробуй, как это, надул, нет? Нет, нет, еще. Еще надо, давай, Тараси. Давай, сами все делайте. О, Степа попросил шарика. Потом покупайте его там. Степа, чтобы шарик поплавал. В лодку вовнутрь не залезайте. А мы не залезаем. В лодку не становиться ногами, пока на земле. Только в воде. Ну, помогаем качать. Что-то у них слабенько идет. Ну, видно. Подвигаются. Ну, руководи там, смотри, вон там он, подойди, там, может, как разуйся что? Только. В сапогах в лодку не лазит, всем разуйся. Виталий, все разулись, тебе нужно что, валить, снимать сапоги? Понимаешь, вот все время ты вот как-то вот прикидываетесь какими-то придурками, зачем это нужно? Ты уже разлагаете дисциплину. Сказал, все до одного ребенка разделись. Ты нет. Ну что, снять сапог, тебе, говорится, навозить сапогом по мордасам. Прям вот ни на чем вот это все за... Если бы вы духовно развивались, а вы бы по плотскому-то дурью не маялись. Сказали, да, в самом деле. Это не полезно. Вот смотри, она надувает. Посмотри, чтобы не больше нормы надували. А норма какая? Все нормально. Посмотри. Ты проверь, посмотри. Ну что ты? Две стороны же, да? Какую-то отговорку сейчас и Виталий найдет. Нормально. Все нормально, бери другую. Идет. Помоги ему закрутить там. Он не знает, в какую сторону крутить. Только крепко. Эти-то не бросайте, чтобы не потерять. За крышки-то. Где крышка? Вот он. Давай. А вот туда его точно. Не надо ему, не разрешать. Шарик герой, он сегодня крота задавил. Правда, крот был пойман уже. Он герой настоящий. Надувать будешь, ну, Кирилл? Да, будешь. Ну, иногда. Вот это. Так, это тоже надуйте, чтобы она могла взять себе. Дай. Ну, почему не поможете, я не пойму. Ну, положи весла-то, надуй ей. Она любит на спине носить, ей приятно это. Сидит рядом, и какие-то неинтересные вы. Тебе человек сегодня нуждается, а завтра не будет нуждаться. Еще кому ты нужен? Один на один со своей бедой. Я Виталь. Видите, она как вырывает. Она его не придерживает, а просто за нее вытягивает. Оторвала это, все. Одну за одной теряете подушки. Ну-ка, ты отцепись, вцепилась в нее. Она его сейчас высунула, просто взяла за нее, дергает и все. Она же не знает, ребенок. Вы смотрите на, внимательно. Вот вам вот посмотреть некогда. Вот за эту, за веревочку. Надо придерживать всегда. Я сейчас только видел. Просто так отрывают, вот как он из розетки вытаскивает вот вилку. Ухватили двумя руками, рванула, оторвала. Она маленькая, ей надо подсказать. С собой не брать, вот это, да? Здесь оставить? Да. Один. Я возьму. Володя, поставь, чтобы нигде в лодке на берегу не становился никто. Кто надует? Я еще сказал сейчас. Чтобы ни один не остановился. Да не просто не становился, а на берегу проткнут. В лодку, на земле в лодку не залезайте. Никак, не залезать, не наступать, не наваливаться.
Мы их 20 лет храним. На тишь покажи. Нам это РТИ подарил Хромов. Анатолий Петрович. Где он хочет, блядь, там. А что у тебя там, Володя? В мешке-то. Ну эти. Лягушки. Ну зачем? Одну взяли и все. На Тихоныч, вот еще одну изыскали это. Ну, а? Сдувается. Подушка сдувается, еще одна. Было такое? Еще одно надо. Сдувается еще. Ну, давайте, вот Володя есть, главное, покажи, еще сдувается. Выходит. Подушка сдувается. Как у нас шесть, у нас шесть есть уже, все. Это лишнее уже. Убери, где они там бракованные. Паша! Шарик хороший, ой, хороший шарик. Степан, как он так крутазный? Он герой. Я тебя попрошу, я буду водку нести, а ты вот это понеси, пожалуйста. Да. Не потеряй, там, ему все друзья. Как такой маленький щенок кота так? Ну что, мы пошли? Давайте, поднимайте, нигде за ворота не зацепитесь. Вот сейчас сказал, за ворота не цепитесь. А, вот я даже не верю, что ты мимо ворот пройдешь, пронесешь, не рванешь там за гвоздь. Нет, стой, отдай это. Ты что, я не знал, что у тебя собака. Вы осторожно в воротах, нигде не порвите лодки. Давай. У меня никакой надежды на вас нету, потому что ведете себя неправильно. Так. Все, идем? Все, пошли. Давайте, с Богом. Вот она, компания наша. Нигде не засыпись. Подойди кто-нибудь сюда. Один, маленький. Тараси, подожди, на, отдам вам. Дядя Володя-то не взял снимать.